Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Рим в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Дед Бородит постоянно туда посылает, я их выбрасываю шпионом, он их обратно посылает. У меня просто все ну, я не знаю, конечно, насколько, ну... Судя по его науке, наверное, это критично для него именно быть союзником. То они до 6 добрасывают. Так, что меня обстреливает? Что меня обстреливает? Хватило обратно. Я даже не увидел, чем он там обстреливал, честно говоря. О, 1500, блин. Это там Англия пошла читать проекты. Рокеры поехали. Канадские? Именно. Фрида из Грейс, не иначе. Ну, это, кстати, вполне. Ну, что, опять воевать, что ли, Михаил? А где там... Чего? Я ж не... Где там закрытие, чтобы они не играли? Далеко. Что, Михаил, ну ты на моей территории играешь концерты, чтобы победить культуру. Ну, как не воевать? Нет, не покупается эта клетка, считается, все уже затоплено. И даже интересно, наверное, даже соседство кампусу не будет давать. Ну, 19 из 106. Чего он там обстреливал, интересно? Я взгляну, насколько они сильны. Конная полиция? Нет, рок-группы. Нет, это... Ну давай, прогружайся. Код. Не достреливает. Может, у него тоже самолеты есть? О, у него тут Улуру было.
Не, как-то слабо. Альянтай Таймбо. А, так если тут еще есть этак, то пускай забирает у Анако. Тогда ладно. Вообще тут нету ремонта внешних укреплений. Видимо, сейчас будет рассинхрон. Почему? Да у меня сейчас только что высадились два юнита на одну клетку. О. А кто Венецию? Я думал, Венецию захватили. Ну, я ее освободил. Ну, там она три хода будет отпадать, а потом, ну, ладно, ГГшка будет. Лично все зря, почему нет? Вы бы знали, сколько мне ушло времени и труда, чтобы ее захватить. А вы так быстро освободили. Красивый город Венеция, что ему быть под властью инков? Ну, потому что у инков не было угля, а у Венеции был уголь. Подождите, а почему это затопило, и когда тут не было, и до сих пор нету дамбы? Что за прикол? Блин, я не успею, ванцы. Вот так вот погибают лучшие. Просто из-за какого-то угля. 8 ходов. 4 очка. Очень слабо он города обработал. Хотя вот тут, конечно, у него уникальные эти стоят. Знаешь, ты вот эту рососпату заберешь, конечно, инковскую, но прикинь, там все вот эти улучшения исчезнут. Ну, чем-то приходится жертвовать. Да. А, не долетает. Блин. Ладно, давайте сюда перебазируем. Так, а где у меня еще должен быть самолетик? Бомбардировщик, я имею в виду. У меня 3 бомбардировщика. Странно, было 4 вроде. Ну да ладно. Парк и зоопарк между собой стакаются или они считаются районом? Нет. Обидно. Четыреста у финики и науки. О, построилось все-таки. Слава богу. А, нет, затопило. Все равно затопило. Не понимаю, короче, эту систему. Ну что, как вы думаете, пришло время порассуждать? Порассуждай, кто тебе может запретить.
о том, у кого шансов больше на победу. Ну, у меня же очевидно. Нет. Я прям это, не шутя. Ну, порассуждай. Уран. Ага, есть у меня уран, отлично. Ну. Молчит. Да не, просто я этот кликал там. Приказы, все такое. Так, насколько он тут отваливается? Ну, видимо, ну, до ядерного угара мы живем. Чукуита. А кто-нибудь ракетостроение, кстати, вышел? Я через два хода. О, Канада в ракетостроении. А дед Бородин лег в ракетостроении, ну и космопорт уже построил. По-тихому. Кроме вот того, он пишет, что через 20 ходов Канада побеждает культурой. Надо бить Канаду. Но я не думаю, что это быстро, а обычно это медленно, это очень долго. Если бы было бы там 3-4 хода, было бы более логично. Фига себе. Что это тут за шаолинь начался? Даже монахи встали на мою защиту. Ну. Беспонтовый генерал на самом деле. Который создает монахов? Да, он просто создает одного монаха. Так, я думаю, что мне надо на всякий пожарный купить танчик. Нет, я хочу вот кавалерию, потому что она быстрее бегает. На всякий пожарный. Куплю апостола. Последнее укрепление религии. Не затапливают. И как-то подкармливать еще и углем. Что, кто выигрывает? Да нет, это я комментарий к предложению. Так, это максимально завуалировано. Да блин, дай ты подойти. Ладно, дождемся, чтобы он меня тут всех убил.
Видите, как в тему было кавалерию купить. Чань, что ты тут бегаешь? Вон Рассаспату забирай. Какие-то юниты тут бегают. Мешаются. Да. Ну ты же англичанин. А, я просто ничего не расслышал. Ну так это... Там пограбить нужно предварительно все. Так это что, профита больше, больше было? О, плюс 30 культуры, это, ну, нормально. Ну, может мне сейчас... Нужно инвестиция, вливание в экономику. Вот настоящая Англия в натуре. Дед Бородет уже спутник запускает. Так, на минуточку, держу вас в курсе. Он уже запустил или запускает? Запускает. Давайте я в Аквилее дам лояльность. Дебильно я тут построил в итоге эту штуку. Предлагаю за янтарь проголосовать. По-моему, он есть у всех. Так, у нас есть два еще лидера. Может быть, мы как бы им свинью подложим, чем всем будем. А два лидера это кто у нас? Ну, видимо, культура и улет. Хорошо, улет, кто у нас лидер? Ну, там кто-то. Ты же там только что рассказывал, что... Да, но у него 290 науки, например, а у Фикинии 405. Фикинии. Фикинии! Давайте... Полагаю, деду снять 2 очка Дип Победы. Это да. Это априори. По ГГшкам. 100% или не дают уникальный. Ну там этот научный ГГшка там фигня, честно говоря. Я даже не знаю, какая тут ГГшка крутая, чтобы ее, например, запретить. Научная. Да она там дает. Она, короче, там этот. Сюзерен у нее Дед Бородет. Она дает бонусы от реликвий и артефактов. Ну, судя по его науке, у него не особо их много. Мы, конечно, можем за это проголосовать, но мне кажется, есть что-нибудь получше. Ну, еще в плюс он получает науку. Я промышленный за. Я, по-моему, не успел. Я не успел. Так что я рандомно там что-то будет. Опа, почаку-то к себе протащил на эту на победу. Знаешь, англичанин, да. У меня есть подозрение, что канадец думает на тебя напасть, потому что он к тебе железную дорогу тянет. Он всегда это делает, в принципе. Ну вот он тянет уже как бы не на своей территории, понимаешь? Ну хорошо. Это для рок-танцев. Чтобы быстрее. Спасибо за,
Спасибо за информацию, примем к сведению. Ну, и они не особо. Давай, англичанин, я свое дело сделал. Когда ты оставшиеся города дозабираешь? Тебе помочь? Да-да-да, сейчас. Алексей, так по науке и ты недалеко от меня. Восстание через два хода. Ну, так я ничего не говорю, там просто предлагали Грузии закрыть, а вот грузин как раз, мне кажется, по науке не особо. То есть он, конечно, строит космопорты и прочее, но... Торговцы. А ученых нету, да? Так, мне кажется, столько хватит мне. Пока. Ну, вот смотрите, мы в пятеро... Ну, я в четвером, все-таки мне, я что-то сомневаюсь, что грузин может смочь что-то тут сделать. Так, я бы гранату захватил для урана. Три, два, один... Инженер на улет. Спасибо. Подожди, а где у меня был... О, кровавый, это мне надо... Гранаде отправить. Так, я хотел с американцем поторговать углем. Америка, предложение. 84 хода, в общем. Ты близок. Не сдавайся.
Блин, кажется, все-таки раз Састапа отойдет тебе. Ну и этот последний город. Ну, если хочешь, я могу их просто уничтожить. Сейчас. Ну, там стратегических ресурсов никаких нету, кроме лошадей. Ну, раз Остапа зато большая, довольно. Не, у Анаку Дисеми, у Анаку мне вообще точно не нужен. Давай я тут тебе помогу ее захватить и... Что хочешь, можешь с ней делать. Ну, я был уверен, что у Анаку будет... Я еще не видел, что там Альянтай Тамбо, честно говоря. Да, сразу вот я Чикуита захватил, и все эти улучшения ацтекские. Фух, ушли, такой голый Вася тут. А, тут мне наземный юнит нужен будет. Окей. Американец, я там тебе, по-моему, договор кидал. Или не кидал? Да, американец, глянь договор, предложение. Американец, ты тут? Кто-то там говорил, что вырубается. Американец. Что, вырубился? Слушайте, а нету тут у него каких-нибудь что нету? Парк бы я построил еще. Да, ну конечно, интересно, но там грузин реально улетает. Ну, у тебя есть флот, у меня есть красный мундир. Что там финикийц вообще-то рядом его сосед. Чего? На каком ходу? В 1836 ходу ты хочешь что-то сделать с красным мундиром? Ну, если они корпуса армии.
Плюс военный союз кто-нибудь мне организует. Я Манхэттен построю. А, не, один ход. Да, да вы прикалываетесь. Какая тварь мне дамбу постоянно рушит? Ну, у кого у тебя нету союза? Ну, кроме тебя, со всеми. В смысле, кроме меня? Я... Но у меня есть союз только с тобой. Как ведь теперь угадать? Он просто вышел, да? Класс. Не выдержал. Да. А счастье было так близко. Посидел, дуэльку поиграл и свалил. Ну. Ну, всяко закончил лучше, чем я. Нет. Всяко закончил раньше и ушел спать раньше. Ты боролся. Да. Боже, ты Вильнюс там захватил? Каким образом? Это было еще ходов, наверное, 40 назад, когда еще даже войны у нас не было. Теретит Вильнюс терет еще бить. Причем я захватил его великим человеком, который захватывает грозное государство. Это, конечно, имбовая штука. Да, прикольная. Но там сюзереном, по-моему, надо быть. Да, это несложно. Это вот флотоводец, который... Нет, это не флотоводец, я не помню. Торговец, по-моему, торговец, еще да, кто-то. Великий. Это у которого нет описания забагованное? Нет, у меня было описание. Не, ну это вообще не прикольно. У меня тут просто все стоит. Вообще не весело. Так, аквапарк. Пилить, да? Да, пожалуйста. Его можно было пилить еще пока он был в игре. Не, ну... Ну да. Блин. Конечно, все очень неприкольно. Пригород. Нет, давайте еще рабочего. Оружие возьму. Так, у меня, походу, закончилось
торговля со всеми. Кстати, а это ж по идее пригороды, если в снегах поставить и кинуть карточку, то это ж получается даже со снеговых клеток будет какая-то польза. О какой карточке речь? Ну, которая пищу с производством дает. Ну, да, да. Осталось только престиж там заиметь. Я в снегах престиж обычно нормальный. Ну, плюс еще на какую-нибудь Эйфелеву башню и, по-моему, что у нас еще престиж дает? Ученые. Не-не-не, именно на всю империю. Да, что-то не успеваю. Ну и вот это, конечно, трындец. Мне кажется, граната будет отваливаться по лояльности. Как у меня... Ну, у нас у обоих золотой век. А, ну тут плюс 31. Может и не будет. Ну, постепенно будет отваливаться. То есть я ее беру чисто ради того, чтобы добывать уран. Не знаю, у меня вот в Риме сидит даже шпион, который типа защищает. Так, мне кажется, что-то вылетело. А, рассинхрон. Да, только у тебя. Так, насколько сильно? Минус 19. Ну, Виктора пересадим. Будет сколько давать? Минус 11. И надо карточку поставить на лояльность. На, плюс 2 лояльности. Ну, хотя бы, ладно. Это, конечно, мало. Угу. Он будет периодически отваливаться, я просто хочу добывать... уран. Ой, а что, ученые уже закончились? Да. Круто.
Я даже не увидел, кто там что забирал. Я выкупил на озарение все информационные... Так, сколько он будет держаться? Нормально. Постоим. Так. Что, Алексей, у нас есть еще время подружить? Или уже поздно? Да, не, я не хочу. Я не думаю, что в этой игре. Ты меня слышно? Вот, сейчас. Да, я думаю, что в этой игре. Мы не будем с тобой соперниками, мне кажется. Тут Финикия с Англией и Грузией улетают радостно в далекие дали. Да, Финикия уже космопорт построила. Поэтому вот такую я тебе сделку предлагаю сначала. Или 6 ходов, а тут 5. А дальше? Ну, дружбу. Это уже ты кинь, ты там. Да, предложил. Союз с Англией, потому что в связи с тем, что да, он тоже в космопорт начинается. Не выходил, это значит, что и он будет ядерками бросаться вокруг. И я тоже не хочу улететь, я хочу сначала затормозить тех, кто улетает. То есть они тратятся на улет, а мы тратимся, то есть у меня цель ядерки и... Да, блин. Ядерки и человекоподобные роботы. Финики, разведчик убери. Какого? Где? Возле моего города, в Рустай. Все растаяло, кстати.
Так, какой у меня самый производственный город? Рим, даже несмотря на то, что все разграбили? Нет, походу все-таки... Ну, Рим, да, но я там чинить пока буду. Я бы в Ареций отправил караванчик. Я успел походить всеми, ничего себе. Куда они направляются, Супергерл? Так это дальше, на новые континенты. Узнать, где так. У нас один континент, не хочу тебя расстраивать. Нет, в игре 4 континента. А, ты про это? И про то. Так, ну что? 370. А что ты, Финики, а как у тебя так постоянно прыгает наука? Так, вообще так конкретно. С коммунизма на демократию перешел. Ага. А там как бы 10% и вот. Блин, забавно, в Виктории клетки выкуплены. Ну, в смысле, не выкуплены, а захвачены культурные. Виктория — это Канада. А, все, я понял. Да, конечно, тут он хорошо город поставил. Так. Нагло, но круто. Один ход до роботов. Я, пожалуй, здесь отложу. Или начать тоже тут космопорт строить. Я как бы везде начинаю космопорты, а потом... Не будет, когда мы роботов откроем, я начну роботов. А в одних роботов, в других ядерные термоядерки. Так, когда тут граната отвалится... Может, и никогда. Там хороший великий человек торговый. Джинсы дает. Так, что тут еще может увеличить лояльность? Стены я не хочу ремонтировать. Не знаю, аквапарк. Кстати, а где там атомные подводные лодки? Неизвестно. Thank you.
Минус 4 у меня на уголь идет. Держу в курсе, у Канады куда-то уран делся. Да известно куда. Значит, полетит сейчас. Ну, я напоминаю, что ему 5 ходов, по идее, надо. И он никого не обвинял. А, Грузию. Или это Грузия его осудила? Неважно. Я не понимаю, не важно, но как бы в данном случае важно, кто кого, потому что если Грузия когда-то, то не факт, что она Грузия. А если он Грузия? Я давно его осуждал. А? Давно осуждал его. А, понятно. Не знаю, может, он обиделся. Да мы все его осуждали. Но вообще они вместе с Грузией улетают. Блин, а кто там позабирал великих людей на всякое? Кто вообще вот, по идее, быстрее всех улетит? Финикия. Чего, вообще, у меня еще спутник не запущен. А там ребята уже на Луну садятся. Вот, запустил уже. Только что с помощью этого. С помощью рабочего добил. Я им всем сбиваю. А гранада все отваливается, да? Ну, ничего, захвачу еще раз. А напомню, ее захватывали для чего? Там уран. А, аргумент. Не знаю, почему сам Михаил не решил не захватывать ее. Я не могу. Я Канада. А, точно. Зато можно объявить войну. То, что захватил. Я ну, все равно, наверное, 5 ходов ему надо ждать. Так, роботов надо начинать делать. А, так, в Ореце я буду ядерку строить. Вот тут нам сколько роботов? 6. Каждый робот будет одно вход тратить. А, нет, 3. Блин, ну мне хотя бы тогда одного. 97, 89. Ну тогда нет. Тогда давайте мы в Риме. Блин, 3 урана. Это много он тратит. И я 3 термоядерки смогу, потому что они... Или они 20 стоят вообще? Если 20, то только одно. Так, мне надо подальше истребитель запихнуть, чтобы вот тут увидеть. Мне кажется, вот куда-то сюда можно будет ядерку бросить нормально, поэтому подвину немножко ближе. Они хорошие люди взяли мне пригород разрушенный.
Кто? Кто это сделал? Ты их накажешь, Алексей? Так. Ну что, еще одну могу строить? А, так все-таки 10 оно потребляет. Значит, это на обычной скорости 20. Грузия, оцени сделочку. По 10-бальной шкале? Да. Так, подождите, где у него тут... Возможно, раз в жизни такое. Не, давайте в Оттаву. Можно так? Блин, он апнул самолетики. Но я тоже апнул. Это... У меня как раз норм. Смотри. Сейчас, секунду. Блин, а вот где атомные подводные лодки меня интересуют больше? Вот так вот? А, да. Почему? А где предложение? Кину. Союз экономический. Три улетайкина. У нас три улетайкина на карте. Да слушай, Инг, ну ты достал, честно. Ну так это... Может быть, закончи с ним? Так я с ним заканчиваю, пошел еще город поставил. Ну давай, мир. Господи. Так, и союз? Да, экономически. Да, пожалуйста. Я думал, чтобы ты спать пошел, но ты хочешь с двумя городами посидеть. Я не хочу спать. Кто мы такие, чтобы запрещать, да? Да. Гранаду посадить. Ладно, сейчас изобразим. Но мне надо куда-то сюда бросать, чтобы и самолеты накрыло сразу. Я вот сейчас сюда поставлю истребитель, увижу, что здесь. То есть либо сюда, либо сюда. Причем сюда я как бы еще Алексей, и сюда накрою. Ты же английский хорошо знаешь? Сейчас обратил внимание, вот город Ньюкасл апон Тайн. Ну? Ньюкасл, понятно, апон вроде как тоже, а Тайн как-то с английского переводится. Ну, это, скорее всего, название реки, это может никак не переводиться. Ну, как-то, не знаю, вот у нас, например, есть речка Свислочи в Минске, как ее перевести? Не, ну, Свислочи-то понятно, но когда там Ньюкасл, как бы, намекает на то, что новый замок. И почему-то мне всегда казалось, что там он не указал upon time. Типа там вне времени или что-то вроде этого. Не, он есть на карте Британии. Так. Отлично. Вот сюда офигительно падает. Ядерка.
Виктора забыл в гранаду. А, Инк, ты мне прислал уже? Присылай мир. Блин, а ты мне грабишь еще... Подожди, ты мне разграбил еще лабу? Равену. Ну. Слушай, мы договорились на мир, но ты все равно пошел грабить. О, это залет. Ну что, войну не объявляет. У него тут стоит невидимый скаут. Блин, нафига мне ядерное устройство? Мне термоядерное надо. Ну, не знаю, у меня пошли рассинхроны, что-то азарт уже как-то это... Под того. Подутих. Как ни странно, но я поддерживаю англичанина. Я сейчас сказал? Инг. Так, когда тут граната отваливается? Ну, пока стоит. Так, когда у меня там первая термоядерка, два хода. И два хода до человекоподобного робота. Ну и вот эта слабая точка реально, почему он ее не защищает, не знаю, потому что сюда попадаешь... термоядеркой, два города, и это... Мне бы, конечно, зенитки тоже построить, но термоядерками... Блин, опять твои апостолы ко мне идут, Михаил? Сейчас уйдут. Ладно, рок-группы, но апостолы... Так.
Так, двое уже запустили спутник. Запуск... Луны? Запуск... Да, лунную экспедицию запустили. Крайний раз. Что, что? Пригород разнесли. А. Все, я тебя нашел. Ты умрешь. Гадкий монах. Еще не все. Еще не все монахи? Не. Так, слушайте, а нафига мне вот это уже? Думаю, это мне не надо. Блин, я, мне кажется, я фигню сделал. Не надо было на демократию переходить. Торговца заберите. Блин, выкупили там моего торговца на джинсы. А я какого взял? Еще торговец. Блин, да что за говно мне досталось? Так торговцы, они там все такие. Там был на джинсы, какая-то тварь выкупила на джинсы. Питание, по-моему. Не-не-не-не. Хотя. Ну посмотри, кто получил. Не, у меня косметика. Да, косметика Британия, парфюмерия Грузия, на джинсы кто купил? Офигеть, там что, три подряд этих было? Ну, похоже. Бля, а что-то на джинсы я вообще не вижу. Ну, я что-то быстро кликнул, не знаю, забрал, не забрал. Странно был. Не, у меня, по-моему, фигня какая-то была. Сейчас. Так и я сейчас только одному из на компуса фиг. Так, проголосуйте там. Инк, грузин. Инк, ты тут? Да. Канадец забрал джинсы. Британия космос. Ну, он там у него куча веры, он, короче, все скупает. А Риму досталось туризм. Видимо, у канадца рука дрогнула. Когда такая распродажа. Так, ну мне надо будет, наверное, сейчас в конце хода осуждать канадца, и я, по идее, смогу следующим же ходом, благодаря
Ну вот. В войне Золотого века мы кусаем прямо на следующий ход ему объявить. 5 войну. Подряд. Да, в один год. А, ну и американец сейчас 6-го заберет. Объявить войну сразу после осуждения противника. Это на Канаду 4, тоже работает. Красиво Викторию накрыл этот торнадо. Да, надо в конце хода обвинять. Так. Что? А с Грузией у нас такие напряженные отношения в связи с чем? Ну, он, наверное, кому-то войну объявил. Твоему союзнику мог он объявить войну? А вот только кто мой союзник? Черт его знает. Может, он просто тебе объявил войну, посмотри. Вот. Да, да, это возможно. А, я понял. Финк мне объявил войну. Видимо, что-то хочет пограбить. А у тебя с Инком мир был? Ну да, а что мне всю армию тащить, забирать один город? Нет, просто да. Нет, просто он со мной мир не захотел заключать. Ну, он мне кинул, я что, согласился. А я что, я ничего. О, как значит, подготовился. Пошла родимая. И меня вроде. Нет? Да. Ладно. Красиво, ничего не скажешь. Алексей. Ну и в меня кидают. Проказник. А...
Да блин, дайте походить. Ты в курсе, что ты Ванцы две ядерки бросил? Несколько. Там прям жара-жара. Ну все, мы с канадцем друг друга уничтожили. Так, а роботы у вас остались? Или вы их тоже спалили? Не знаю. Канадец, у тебя остались роботы? На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!